Друзья, всем привет! Вот мы находимся сейчас в Адлере. И здесь такая карделина австралийская. Растет давно уже. Такое прекрасное растение. Очень мне нравится. К сожалению, у нас, конечно, без укрытия оно не зимует. Но до минус 10 оно, в принципе, терпит. С небольшим укрытием, без подогрева. Даже без укрытия, в принципе, до минус 10 оно терпит. Если подогревать, будет расти. Посмотрите, какой у нее ствол красивый. Но внутри пустотелое такое растение, если спиливать. Такое в виде губки. Очень слабенькое. Он тоже цвет набирает вот такой. Сейчас вот-вот зацветет. Такие прекрасные листья они. Классно выглядит, экзотично. Прям, блин, если бы зимовало, я бы себе, наверное, даже не думал посадил. У меня растет во дворе маленькая. Я ее 2 года назад вот тут выкапывал. Но, к сожалению, то ли она, то, что зимой была пересажена, немножко верх у нее пострадал, то ли мороз ее немножко подубил, не знаю. Но растения прям обалденные. С удовольствием себе посадил бы, блин. Возле дома шикарно выглядит.